Даже когда вы совершили какую-то глупость, то в целом иногда, наверное, это неправильно все рассчитывать и пересчитывать. Вот. Особенно если вы сильно рассчитываете и пересчитываете. Иногда это бывает просто потому, что вы боитесь сделать решение, которое давно созрело. Вот. И здесь то, что вы рассчитываете, совершенно не обязано вас оставить на работе, например, на которой вы находитесь, в отношениях, в которых вы находитесь и так далее. Но вот здесь появляется такая ответственность осмысленная. Да? Вы и продумали, вы и видите. Вот. И вы не пытаетесь себя этими рисками лишить собаки, новой работы, новых отношений, если вы в них нуждаетесь. Вот. Иногда надо и рискнуть.